Строительство Амурского газоперерабатывающего завода ведется в рамках реализации восточной газовой программы «Газпрома». Проектная мощность переработки – 42 миллиарда кубометров природного газа в год. Завод возводится в Амурской области рядом с городом Свободный. Это первое газоперерабатывающее предприятие на Дальнем Востоке. Оно станет основой нового газохимического кластера. На Амурский ГПЗ по газопроводу «Сила Сибири» поступает многокомпонентный газ Чаендинского, а впоследствии и Ковыктинского месторождений. С помощью самого современного оборудования и передовых криогенных технологий на заводе происходит разделение сырьевого газа на фракции, которые будут направляться для глубокой переработки и использования в газохимической и других отраслях промышленности. По объему производства гелия Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Для строительства Амурского ГПЗ на прилегающих территориях создана масштабная инфраструктура. 27 километров подъездных автодорог. Причал на реке Зея. Порядка 40 километров железнодорожных путей. К реализации проекта привлечено порядка 1000 поставщиков оборудования и свыше 500 подрядных организаций из России и зарубежных стран. На площадке Амурского ГПЗ в моменты пиковой нагрузки занято около 35 тысяч строителей. Площадь предприятия порядка 900 гектаров. Проект строительства Амурского ГПЗ включает 6 технологических линий мощностью 7 миллиардов кубометров в год каждая, а также 3 установки очистки и сжижения гелия мощностью 20 миллионов кубометров в год каждая. После выхода на полную мощность в 2025 году на Амурском ГПЗ ежегодно будет выпускаться 38 миллиардов кубометров очищенной метановой фракции для поставок в КНР по долгосрочному контракту, без малого 2,5 миллиона тонн этана, 1 миллион тонн пропана, 0,5 миллиона тонн бутана, 200 тысяч тонн пентангексановой фракции, 60 миллионов кубических метров гелия. Основным потребителем этана, пропана и бутана станет Амурский газохимический комплекс, который строится по соседству с Амурским ГПЗ. Одним из ключевых продуктов Амурского ГПЗ является гелий. Это крайне востребованный элемент для высокотехнологичных отраслей промышленности. По объему производства гелия 60 миллионов кубометров в год Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Он используется при производстве современной микроэлектроники, создании чистых сред для производства оптоволоконного кабеля и жидкокристаллических экранов, сверхпроводящих элементов. Применяется в магнитно-резонансных томографах, при прецизионной сварке, в космической отрасли, для производства дыхательных смесей. Проект Амурского ГПЗ создан с учетом экологических требований как российского, так и международного законодательства. При строительстве и эксплуатации промышленного гиганта используются современные технологические решения, которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Амурский ГПЗ станет источником сырья для смежных отраслей. Предприятие даст мощный импульс для социально-экономического развития не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока. После выхода на полную мощность на Амурском ГПЗ будут работать порядка 3200 человек. Инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ, компания «Газпром-переработка Благовещенск», активно сотрудничает с профильными российскими учебными заведениями. Организует обучение студентов по программе целевого набора. В рамках проекта в городе Свободном строится жилой микрорайон на 5000 жителей с многоквартирными домами и таунхаусами для работников будущего предприятия. Помимо этого, возводится социальная инфраструктура – поликлиника, детский сад, школа, спортивный комплекс и другие инфраструктурные объекты. Заказчик, инвестор и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ – компания «Газпром-переработка Благовещенск».